The Cape – история, рассказанная в 5 выпусках о жизни одного парня по имени Эрик. В детстве он носил плащ, который был ему очень дорог. После несчастного случая, который изменил всю его жизнь, он его теряет. Чувствуется, что он все еще не может оправиться от того инцидента, и все свои неудачи и свою никчемность он оправдывает тем моментом. И вот, когда его жизнь стала совсем ничтожной, когда его бросила любящая девушка и выселили из квартиры, из-за чего он был вынужден переехать к маме, он снова воссоединяется со своим плащом и обнаруживает, что благодаря плащу он может летать. И тут-то авторы комикса как будто дают тебе очень сильно под дых, а потом добивают ногами и смотрят, как ты корчишься от боли. Да, все верно, поначалу и правда можно подумать, что это типичная история про парня-неудачника, но эту историю написал сын Стивена Кинга, так что не глупите. После того, как Эрик воссоединяется со своим плащом, мы видим всю темную сторону личности главного героя и наблюдаем за всеми его ужасными деяниями, после чего он вызывает к себе только отвращение и ненависть. Рекомендую данный комикс для прочтения всем без исключения.